В преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне в Самаре открыли бункер Жукова. Раньше эти помещения не использовались, и здесь стояла вода. Она находилась примерно на таком уровне, 1,5 метра. Но вскоре воду откачали, здесь провели косметический ремонт, и бункер Жукова уже готов принять первых посетителей. Бункер Жукова – настоящий подземный музей на глубине 10-этажного дома. Это величественное сооружение построили в 1941 году, а его местонахождение было засекречено на протяжении нескольких десятков лет. Убежище возводили для генерального штаба, но сам Жуков здесь так и не побывал. В 1974-м бункер забросили. Позднее нижние этажи затопило грунтовыми водами. В таком состоянии убежище простояло до 2017 года. Сегодня в отсутствии массовых мероприятий, которые понятно чем обусловлены, нам очень приятно, что 8 мая 2020 года мы смогли в кулуарной обстановке открыть этот объект, который в полной мере сегодня уже является одной из визитных карточек туристической Самарской области. Строители, которые начали реставрировать бункер, смогли восстановить фрагменты стены, оригинальный деревянный паркет в зале для совещаний. Для этого потребовалось приложить немало усилий. Тот героический труд, который 3 работника на себе вынесли, вы видели по этим коридорам, они повторили подвиг строителей этого бункера. И вот эти рекордные короткие сроки за месяц они сделали, вот воссоздали частичку этой истории. Объект этот с годами ценность, как я предполагаю, будет только набирать. Интерес туристический будет только возрастать. Ну и мы, со своей стороны, заинтересованы в том, чтобы информация о этом историческом объекте стала достоянием большего количества граждан. После окончания режима самоизоляции прикоснуться к истории смогут все жители и гости города. В бункере будут проводить экскурсии. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.